Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны» провели в столице Колымы. Прошло мероприятие с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Одной из площадок проведения стал Магаданский политехнический техникум. Акция традиционно проходит 3 декабря уже шестой год, начиная с 2015-го. Инициаторы тестирования – молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации и молодежные парламенты субъектов Российской Федерации. Это акция мирового масштаба и проводят ее более чем в 50 странах мира. Ежегодно в тестировании принимают участие более 800 тысяч человек. В этом году у нас также на территории Магаданской области мы проводим этот тест. И если его сравнивать с прошлым годом, то у нас практически в два раза увеличились площадки, на которых проводятся. Мы можем сказать, что сегодня проводится тест порядка 50 площадок по Магаданской области, и принимает участие, в общем-то, практически все наши муниципальные округа. Молодежь имеет уникальную возможность в своих учебных заведениях принять участие в тестировании и повысить уровень своих знаний о Великой Отечественной войне. Организаторы надеются, что эта традиция продолжится. Тестирование граждан проходит в целях повышения уровня знаний о великом прошлом нашей страны. Специалисты отметили, что в прошлом году тест написали около 700 граждан по Магаданской области. В связи с увеличением количества площадок для проведения акции, эксперты надеются и на прирост числа участников в этом году. В целях экономии времени тестирование можно пройти в формате онлайн на сайте bigstory.ru. Оно будет доступно в течение всего дня по московскому времени.